В первенстве города по тяжелой атлетике участвовало более 30 спортсменов. Соревнования проводили в два этапа. Сначала упражнения на помосте выполняли самые маленькие силачи, потом ребята постарше. Участвовала в первенстве и слабая половина человечества. Организаторы отметили, этот вид спорта в последнее время стал популярен и среди девочек. Когда мне сестра сюда пришла, я решила сюда ходить. Мне уже мамина подружка говорит, чтобы я не ходила. На какую-нибудь там гимнастику ходила, я ей говорю, нет. Десятилетняя Диана на этих соревнованиях в абсолютном весе завоевала серебро. А на первенстве области в своем весе Диана была лучшей. Я хочу стать мастером спорта России. А один из судей этого первенства, Альфред Минибаев, совсем недавно стал мастером спорта. Этого звания 17-летний спортсмен был удостоен на соревнованиях федерального округа, которые проходили в Башкирии. Я отправился в Уфу на соревнования, чтобы выполнить норматив мастер спорта России. С поставленной задачей справился. Поднял в рывке 115-140 в толчке. За последние 5 лет наше отделение тяжелой атлетики подготовило 3 мастера спорта России. Вот буквально вот последний в этом году, предыдущий в прошлом году и 2 года назад еще один был у нас. Победители этих соревнований будут представлять наш город на первенстве области. Пройдет оно в середине марта. Юлия Лаптева, Константин Белов. Наше время.